Альберт Валентинович Борзенков, наставник молодежи Читанова, по итогам матча с мастер Сатурном. Альберт Валентинович, каких мыслей у вас больше? Об упущенной, может быть, победе? Ничья ведь никого сейчас не устроила, получается. Кроме «Динамо». Да, ну, согласен, что провели немножко два разных тайма. Если первый тайм больше контролировали, больше какой-то было, целостность игры было. Второй тайм немножко сбились. На навал сбились, еще раз, на потерю мяча. Хотя при этой игре могли забивать хороших три момента. Ну, это футбол, девчонки, еще раз, молодые, учатся, развиваются, поэтому не хватает немножко мастерства. Ну, мастерства не хватает, в том числе и, ну, там, например, не знаю, главной команде, потому что сегодня у них тоже, может, это день был такой. У главной команды тоже там две перекладины и моментов, и проиграли. Но вот зато сегодня ничья. Не хватает чего? Вот именно исполнительского пока мастерства? Или они, может, волнуются как-то тоже? Конечно, не хватает мастерства исполнять именно те моменты, которые, в принципе, считаются, что 100% момент, а вот именно мастерства, хладнокровия, где-то опыта не хватает в этих моментах. Поэтому, если вы посмотрите, у нас и суперлиги, и здесь очень молодые команды, молодые девчонки, поэтому, как мы всегда говорим, есть над чем работать, есть чем подсказывать, развивать девчонок. Самое главное, чтобы они слушали, понимали, и все будет хорошо. К слову, вот как раз о молодости, ну, мастер Сатурн, ну, постарше будут, там все-таки там и 2000, и 2003, 2004 год рождения, а Чертанов 2006-2007. Сегодня, может быть, даже этого и не сказалось особо, вы на это скидку какую-то делаете? Да, конечно, мы не делаем на скидку, еще раз, мы играем свою игру, свой футбол, контроль мяча, поэтому мы просто не можем перестроиться на более простой футбол, если против нас соперник играет, не хватает, может быть, немножко мастерства скрывать зоны, где команда более садится, более закрывает эти плотные зоны. Не хватает у девчонок опыта какого-то. Поэтому такой результат. Ну, будем расти. Моменты есть, шансы есть, победы будут. Спасибо. Да. Альберт Позенков после матча с мастер Сатурном.